экспозицию «Космический портрет Острогора» Александра Александровича. Вот, космический портрет – это метафизический, можно сказать, портрет. То есть это не скафандр наш, да, не портрет нашего тела, а то, что находится за пределами понимания. Вот такое вот направление в творчестве. Так я занимаюсь куклами около 30 лет. Работала в комитете по телевидению и радиовещанию в Екатеринбурге, в урцехе у режиссера Аляшева, и увлеклась куклами. То есть не то, чтобы я увлеклась куклами, я играла как ребенок, там с детства у меня были какие-то там свои игрушки. А вот создавать куклы я стала именно в урцехе. Кстати, режиссер Аляшев – это известный режиссер. Снял такие мультики, как «Буренка из Масленкина», которые были проданы там, по-моему, в советские времена в 60 стран. Ну, вот мне посчастливилось работать с этим интеллигентнейшим человеком, Анатолий Алексеевич Аляшев. И оттуда я и стартанула, вырезала первые куклы. Нет, сначала я что-то шила, вот, текстильные куклы были. А потом кто-то мне подарил липу, дерево. И я вырезала первые свои куклы из липы.